Стали известны новые подробности катастрофы российского Ту-154 у берегов Сочи. Особая ситуация на борту самолета длилась всего 10,7 секунд полета, заявили представители правительственной комиссии России по крушению. Первые данные расшифровки бортовых самописцев позволили уменьшить количество версий причин трагедии. Уже известно, что следов пожара или взрыва на обломках, поднятых со дна моря, эксперты не обнаружили. Поисковые работы, несмотря на ливень и сильную волну, не прекращаются ни на минуту и будут продолжены даже в новогоднюю ночь. Пока из 92 погибших найдены 19 тел, на поверхности уже 13 крупных и почти 2000 мелких обломков самолета.